Первый бой Жайна Шакирбекова проведет на ринге поздней ночью. Все любители бокса с нетерпением ждут этого боя. Родители Жайны Шакирбековой давно забыли о полноценном сне. Они считают каждую минуту до заветной схватки. Иногда хочется прокрутить быстрее момент ожидания. Ни о чем другом невозможно думать. Но я чувствую, Жайной мы будем гордиться, как и весь Казахстан. Она поднимется на пьедестал почета, заиграет гимн Казахстана, и мы всей душой верим в это. Мама Жайны, Рыстым Амраева, волнуется за дочь еще больше. Постоянно поддерживает связь с дочерью через социальные сети. Самое главное для мамы, чтобы дочь вернулась с главных стартов четырехлетия целой и невредимой. Для нее Жайна и так самая лучшая. Это очень волнительно, когда твоя дочь участвует на Олимпиаде. Есть и другая сторона медали. Я, как любая мама, переживала за свою Жайну. Когда я вижу ее бои, у меня складывается впечатление, что это я получаю удары. Мое присутствие рядом с моей девочкой, пусть и незримо, но я всегда нахожусь рядом. Вот и сейчас я вместе с Жайной в Рио. Болеть за внучку и бабушка. Несмотря на то, что до боя еще есть время, родные не выключают телевизор. Вдруг сообщат какую-нибудь интересную новость. В четвертьфинале Жайна Шакирбекова встретится с экс-чемпионкой мира Сара Урамун.